Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. И давайте-ка подумаем, что мы сегодня будем делать. В принципе, мы можем напасть на эту башню и попробовать отобрать яйцо. Но я знаю, что у нас здесь еще очень много что не пройдено. Например, вот этот этап. Ага, 260 свинской мощи. Давайте-ка, наверное, мы их разберем. И, наконец-то, я нашел вот этот водоворот, где у нас находится босс Посейдон. Сходим туда и посмотрим, насколько он эпичный. А начнем, как всегда, с бородача. Отравление. Ой-ой-ой. Что-то как-то мы тут, ребятушки, с вами пасуем. Посмотрите, сколько мы всего отняли здоровья. Причем... Ах ты упырь, он взял их и усилил. По-моему, сейчас будет кому-то больно. А я так понимаю, что будет больно Реду. Ой-ой-ой, и подбить-то его не получается. Понеслась, да? Сейчас будут бомбить моего бедного Редика, а? Ну ты посмотри, что делает. Еще и этот бородач сюда же подтянулся. Ну-ка, срочно уничтожаем. Срочно, просто-напросто. Так, у нас накопился перец, это хорошо. Кстати, бородач тоже сейчас у нас отдуплится. Но вот все равно, вот надо было ему ударить. Из-под тишка. Отлично, и добиваем вот этого ханорика. А, у нас еще есть ход, да? Тогда вот этого. Ну, найс. Выжили. Так, теперь посмотрим, что нам там дальше откроется. По идее, магазин. Рядышком там находился. Так, крутим рулетку. И солидно. Меня вполне это устраивает. Рядом был магазин, а вот ворота, по-моему, это открывается за очки дружбы. Но у меня их нету, потому что в этой версии, я так понимаю, здесь много чего не работает. Мне говорят, скачай старую версию, а где ее найти, я не знаю, друзья мои. Вау, свинопыты и морской волк. Это у нас на весельчаков, а это у нас на бомба. Ну, ценник, конечно, да, дороговатый для меня. Неужели я, да, друзья мои? Попроси друзей помочь тебе открыть врата дружбы. А вы попросили открыть врата дружбы. Я надеюсь, кто-то отзовется, потому что на Facebook ко мне ежедневно по 5-6 человек просится, и я никому, как говорится, не отказываю. Ну что же, тогда давайте сходим, попробуем побить Посейдона. Он находится у нас... Так, секундочку, а тут сундук у нас... А почему я здесь не был? Как это я упустил такой момент? Вот он, ребят, вот он этот водоворот. Кстати, и здесь я не был. Это, видимо, новая территория, поэтому я ее как-то пропустил в свое время. Ну что ж, давайте глянем. Ой, меня туда засосало. Сколько свинской мощи? 1302. Ребят, ну... Восстает через 23 хода после смерти. Это вот этот вот наносит 5 раз по 86 единиц урона. Восстанавливает здоровье на 100% от нанесенного урона. Воскрешается при прошествии 2 ходов после смерти. Ой, друзья мои, сколько у него здоровья? 25 тысяч. Я уже могу тебе заведомо сказать, что мне его не пройти. Но давайте хотя бы глянем, что он из себя представляет. Мне так лично самому интересно. Вроде такой маленький, да? Ну, как сказать, не такой уж маленький, но... Но что он сейчас будет вытворять, я не знаю. Мне интересно просто на это все дело посмотреть. А ну-ка. Так, что он? Он сразу бьет. Он сразу, друзья мои, бьет. И нам нужно его захиливать. Слава богу, у нас это получается. Так, забомбили. Слушай, ну... Вот, вот Реда можно бить, потому что он более-менее крепкий. Но, если честно, нежелательно. Слушай, может быть, мы все-таки пройдем этого Посейдона. Хотя, знаете, что интересно? Он здесь один, и он воскрешается после 2 ходов. То есть он, наверное, здесь будет кого-то призывать. Я так понимаю. Сейчас посмотрим. У нас скоро... А, вот перчик накопился. Сейчас будем... Оу, мы его оглушили. Давай-ка попробуем вот так сделать. Ух, давай. Мы только одно деление отняли. Ты представляешь? Мы только одно деленице у него отобрали. А этих делений у него целая куча здесь. Мы его опять оглушили, друзья.
Это нам, естественно, все на руку. Так, бомбим. Это все Ред. Ред имеет способность у нас оглушить врага. Сейчас кому-то достанется, да? По Реду. Хорошо. Ред у нас терпимей. Поэтому ему можно получить урон. Так, давай-ка, наверное, захиляем. И будем дальше бомбить. Слушай, ну уже четверть здоровья отняли. Он опять у нас оглушенный. И мы с вами опять применяем перчик. Ох, если мы его победим, сколько же нам, интересно, дадут опыта за такого босса. Ну-ка, давай еще ударим. И, Ред, оглуши его, пожалуйста. Ай-яй-яй, не вышло, не получилось. Угу, ударил. Ну что же, мы продолжаем его бомбить. Так, здесь мы, наверное, хильнемся. И отравим. Ну что, по 1500 у него отнимается здоровье, как мы видели, да? Это нам выгодно. Оглуши, пожалуйста. Что-то у меня Ред не хочет его оглушать. А он все злее и злее становится. Давай лечиться. Ой, как слабо похилялись-то. Ну сейчас оглуши, пожалуйста. Перец откатился. Друзья мои, у нас откатился перец. Слушай, мы можем, знаешь, что с тобой сделать? Вот так вот. Так будет, наверное, эффективнее даже. Считай. Там сколько был урон? 1500? Слушай, ну это хорошо, на самом деле. С таким дамагом мы можем далеко уйти. Кстати, вы посмотрите, уже половины здоровья нету у этого свинотника. Мы с тобой подлечимся и ударим. Да когда ж ты оглушишься-то, а? Не хочет. Опа, он отхиливается? Серьезно? Он сейчас только что при ударе восполнил себе определенное количество здоровья. Посмотри внимательно. Оу, я только сейчас это заметил. Ты представляешь? И это плохо. Главное, чтобы отнимать у него намного больше, чем он себе восстанавливает. Только в этом будет, ребята, успех. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем все-таки вот так вот. Будем бить. Так, отлично. Очень хорошо. Так, он оглушенный, поэтому у нас есть возможность восстановить немножечко себе здоровье. Давай, Матильдочка. А мы тут будем его дальше колупать. Слушай, ну босс, серьезно, долгий. Потому что, как мы видели, у него 23 тысячи. Или даже 25 тысяч хп. Не все так просто. Но в данный момент у него нет никакой ульты. Он просто нас бьет и все. Поэтому мы как бы можем здесь еще противостоять ему. А вот если бы здесь была какая-нибудь помощь извне, да? Прибежали бы там, например, какие-нибудь призраки свиньи или еще что-нибудь в этом роде. Тогда бы, да, тогда было бы все намного хуже. Ну-ка, Чак, давай. Сейчас мы ему еще немножко надаем люлей. Ой, обожаю, когда вот этот вот гнев у них происходит. Свин Посейдон. Да хорош, успокойся, пожалуйста. Не надо тут лютовать. Немножечко подхиляемся. И ударчик сделаем. Кстати, у Чака, друзья мои, новый щит. Я его буквально сегодня вытащил, да? Прежде чем зайти в игру, я пошел в магазин и крутанул свинку. И мне выпал вот этот щит, который в данный момент на нем одет. Так, ну что? Осталось совсем, друзья, немножечко. И мы, наверное, его сможем победить. Я надеюсь, он погибнет, не будет тут воскрешаться. Перчик. У нас с вами откатился перчик, поэтому обязательно будем его применять. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Пять атак наносится за время вот этой вот истерики наших птичек. Поехали. Слушай, мы, наверное, с тобой здесь немножко хильнемся. Совсем-совсем капельку осталось нам, и мы его победим. Давай-ка лечиться. А то что-то совсем тут у нас Ред расклеился. Давай, Редушка. Вот если бы ты, родной, оглушал бы его почаще, это было бы хорошо. Это было бы очень замечательно. Мы могли бы и отхиливаться, и делать свои дела. Так, давай-ка, наверное, еще подлечимся маленько. Все, у него, по-моему, последнее деление осталось на здоровье. Так что давайте будем добивать, наверное, его. Нам еще один перец бы. И я думаю, что этого будет достаточно, чтобы с ним справиться.
Ну что, рискнем? Давай-ка попробуем. Так, поехали, мои ребятушки. Нет, не хватит, да? Не хватило совсем маленько. Давай подлечимся и редом ударим. Ну, есть! Сдулся, друзья мои, сдулся этот Посейдон. Так что не так страшен черт, как его малюют, друзья мои. Вау, еще и сундучок. Ну что, Посейдон, все, твоя песенка была спета. Я рискнул, я, честно говоря, думал, что мы проиграем здесь. Но мне хотелось просто посмотреть, насколько он хорош. Ну, мы и посмотрели. И мало того, что посмотрели, мы его еще и победили. Так, ну что же, тогда мы... Ага, здесь больше у нас нету. Мы сюда зайти не можем. Но у нас здесь есть сундучок. Давайте-ка, наверное, за него поборемся. Ух, свинская мощь всего лишь 79. Вот такие вот легкие уровни я обожаю. Любая птица может использовать лишь один перчик-заход. Перчик-заход. Поехали. О, вот тут у нас три волны. Окей. Ой, друзья, они ватные. Смотрите, мы их с полтычка разбираем. Хорошо, двигаемся с вами на следующих свинюшек. Вот они, выбежали. Привидения, их нужно убивать сразу. Всех желательно. Так, вот этот крепкий, да, это потому что типа босс у них. А ну-ка, давай, Ред. Ну все, давайте, погибайте. Переходим. Ух ты, смотрите, друзья, что-то там было. Посох, что ли, какой-то, или что? Или мне показалось? И последний. Тут у нас бородач. Ну как же без него? И, знаете, вот эти вот свиньи, зомби, они очень смешны, потому что у них на голове почему-то объедки всякие. Носки, короче, какая-то помойка. У них на голове помойка. Это по-другому не назвать. Ну что? Шикарно. Так, они хотят мне бомбить Матиду. Естественно, я не позволю. Да еще и Реда. А если я вот так? А если я... Вот так. Все. Изи. Друзья мои, мы прошли с вами этот уровень. Сейчас мы крутанем рулеточку. Три звездочки. Шикарно. Воу. 113 тысяч очков. Ладно. Не будем ролить. Хотя, подожди, нет. Лучше сделаем ролл. Во. Вот это уже другой разговор. Так меня вполне устраивает. Ну что же, пойдемте еще посмотрим, где у нас какие уровни не пройдены, и попробуем их бомбануть. Потому что я думаю, что это будет последний этап, там, где свиньи в эту башню спрятались. Как бы мне вот этот сундучок бы... Ага, взял 10 монет. Это получается у нас... А, 16. Значит, нам нужно еще где-то 11 монеточек добыть, для того, чтобы мы могли с вами крутануть свинку 10 разиков. Так, у нас еще вот здесь есть уровень. Обязательно будем проходить. Свинская мощь 83. Здесь у нас Индиана Свинс. И остальные тут шаманы. Я даже не буду использовать усиление на ХП, да, и на атаку. Попробуем таким вот образом пройти. Но этот свин, конечно, хитер на самом деле. Он, как всегда, на провокацию на себя повесит. У него плюс иммунитет. То есть его не отравить. Не повесить терновый куст. Но зато он ватный, сейчас мы его добьем. Да они вообще все тут ватные почему-то. Ну-ка. Минус. Минус. И добили. Ну, изи, согласись. Я даже не вспотел, просто, знаешь как, как на прогулку вышел. 55 тысяч, давайте крутанем рулеточку. Окей. Вполне меня это устраивает. И давай дальше смотреть. Можно, в принципе, заглянуть в додзе к Орлу. Посмотреть, может быть, там что-то поменялось. Так, ну, вначале я хочу вот этот вот сундучок открыл. Воу, два сока, вот это хорошо. Вот это меня порадовало. Ну, где у нас тут что-нибудь есть еще такое хорошенькое? Блин, ну почему же я вот этот сундук не могу открыть, а, друзья? Тут он не реагирует, понимаешь? Вот я вот кликаю, и никак у меня вот не получается его открыть. Вот, я вот прям нажимаю, и не срабатывает. А где, интересно, взять мне красный ключ? Потому что здесь есть некоторые уровни, да, которые закрыты дверьми, и мне туда не попасть. Потому что у меня нет, видите ли, этого ключа. Синий есть, а красного нету.
Вот смотри, был бы у меня красный ключ, я бы мог вот сюда вот сбегать. О, смотри, здесь можно было бы погулять. Сундучки тут лежат. Но его нету у меня. Сейчас мы с вами все посмотрим очень хорошо, очень внимательно. Может быть, что-нибудь еще найдем. Потому что, когда мы проходим основную... О, видите, тут можно ресурсики набрать. Правда, вот если честно, я не занимался здесь крафтом. Я ничего себе такого не делал. Я даже не знаю, зачем делать крафт, если у меня все это есть. Слушай, а вот это вот, ребята, у нас получается, что этот уровень мы можем пройти еще раз, да? Тут зарабатываем мы, по-моему, пятачки. Я пока не вижу. Вот сундучок как-то вот можно было бы взять. Но видите, здесь нужны, опять же, знаки дружбы. Красный ключ. Где же тебе взять? Вот синие двери, видите, открыты у нас. А красный, к сожалению, нет. Здесь у нас тоже ничего нету. Это я все просто очень хорошо, ребята, просматриваю. Очень внимательно, чтобы чего-нибудь не упустить. Ну и, как мы понимаем, все-таки ничего здесь нету, да, больше. Следующее видео через 8 минут. Угу. Ну что, тогда нам остается... А, в додзе сейчас зайдем, где орел у нас. А, стоит ханорик, правильно, я не могу до него дотянуться, потому что тут закрыто все. Где у нас орел? Вот, додзе орла. Мастерство, мастерство, ага. Это у нас на Чака, это у нас на Матильду. Ну, я, наверное, куплю. Давай немножко приобретем здесь. Ага. А, тут можно хоть сколько? Тогда еще даже лучше. Я же, по-моему, повысил мастерство. Ага, вот. 18, и тут аж с 14 до 17 уровня. Отлично. Ну что, птички мои, я думаю, готовы. Попробуем зайти сюда. Глянем, что тут. Ёлки-палки, свинская мощь 520. Замок короля свиней. Слушай, пока мы будем с вами обычным способом смотреть, а потом, если что, мы с вами посмотрим видосик, да? И у нас 20% к здоровью и к атаке прибавится. Но я не знаю, насколько здесь, конечно, будет враг силен. Сколько здесь волн? 5. Угу. Давай посмотрим, насколько они крепкие здесь. Они очень крепкие, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам тут, наверное, сейчас навтыкают. Будь здоров. Да хорош Чака-то трогать. Ты посмотри на них, а. Бьют Чака и все. Так, нам надо кого-нибудь дозабомбить все-таки. Хоть одного. Один упал. Они опять Чака? Нет. Вот, вот бейте Реда. Ред, по крайней мере, ну, более-менее сильный, он выдержит. Чак слабенький, а они все время Чака бьют. Ну-ка, давай попробуем еще кого-нибудь уничтожить. Давай вот этого, наверное. Все, их осталось трое. Упал, молодец, так и надо. Тоже упал, круто. И ты упади. Нет, не упал. Давай дальше бомбить их. Удар сюда. И удар сюда. Это была только первая волна, и их еще 4 впереди. Ну-ка, давай посмотрим, кто у нас тут. Ага, опять маленькие свиньи, и плюс вот этот вот крепыш. А это же крепыш, он в броне, да? Ну, естественно. У нас с вами есть перчик, мы можем его, в принципе, использовать. Но пока потерпим. Опять Чака бьют, а? Что это такое? Защиту сделали, а? Ну, хватит уже мне бомбить Чака, а? Чак, извини, они, видишь, они не дают тебе расслабиться. Они тебя бомбят и бомбят, бомбят и бомбят. Вот, вот Реда мне как бы жалеть не на что. Потому что он танк, он и должен быть, как говорится, провокатором и получать больше всех урона. Брать весь дамаг именно на себя. И прикрывать Чака. Слушай, ну Матильда у нас тоже такая жирная птичка, да? Не из робких, так скажем. То есть она выдерживает удары. Ну-ка. Когда же мы добьем вот этого свинопаса, а? Он все равно еще выжил. Так, опять они мне Чака бьют. Окей. Хиляемся. Ну что, я думаю, вот этого мы с вами уже уничтожим. Остается вот этих вот малышей расклепать. Одного малыша.
Так, сделаем с тобой, наверное, что? Отхил. И добиваем этого свинотника. Отлично, переходим на третью волну. И посмотрим, кто у нас тут. В конце, наверное, будет сам король. Ой-ой-ой-ой-ой, тут еще и маг. Тут, друзья, пришел маг. Ну-ка, давай попробуем, наверное, вот так вот. О, вот эти малыши, они слабенькие. Так, что это он сделал? Защиту на себе. Молодец. Так, сейчас будет массовая атака, да, наверное? А, нет. Он не атаку сделал, он сделал защиту. Так, ну-ка. Отлично. Ну что ты там? А, он хочет, вот сейчас он будет, ребят, применять массовую атаку. Но мы его, наверное, не успеем забомбить, поэтому сделаем защиту дополнительную себе, да? И ударим. Давай, давай, делай, мы под защитой. Окей, это терпимо было. Теперь наша очередь бомбить. Я так понимаю, еще один удар. А мы даже, знаешь, что будем делать? Не будем бить его, просто с тобой захиляемся. Окей, вот теперь можно бомбануть. Еще две волны впереди. Давай посмотрим, какие. Тут должен быть у нас принц. Но мне кажется, принц будет вместе с королем. А это вот главный стражник. Мы с ним дрались, вы помните? Который убежал у нас потом. Наверное, вначале лучше нам убивать вот этих малышей. Ох ты. Да что ж ты будешь делать-то? Упал, молодец. Может быть, нам с тобой применить перчик? Давай-ка... Нет, невыгодно. Нам это сейчас невыгодно. Почему? Потому что они могут вот начать бомбить именно маленьких свинюшек. Ну что, остается у нас... Ох, как он ударил-то круто. Это, друзья, непростительно. Это нужно захиляться. Так, этот турпешник и бомбануть теперь. Не надо чака трогать. Так, он на себе повесил, судя по всему, отхил. Поехали. Так. Отравление сработало. Так, что это он? Он все на себе что-то кастует. Мы на него повесили терновый куст. Уже половину здоровья отняли, даже больше. А это все-таки вот надо было ему ударить. Ну ладно. Ответочка, да, не заставить себя долго ждать. Что он сейчас предпримет? Ой, ой, хорош лютовать. Слушай, мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. Немножко здоровья восстановим, Матильде. Теперь вот так сделаем. И вот так вот. Ну, готовченко? Да. Друзья, последний, последний здесь свиньи. И это будет король, наверное, да? Что он тут? Кого-то позовет на помощь, судя по всему, да? Это у нас принц и маг. Вот они, втроем здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, нам придется, друзья мои, отбиваться. Ну что, начнем, наверное, с перчика, да? Поехали. Ну-ка. Ага, принц, да? Ой, какие они тут сильные, ты посмотри. Они здесь очень сильные. Сейчас посмотрим, что они будут делать. Так. Оу, бомбочек назвал. Плюс. Что он там сделал такое? Что это такое, ребят, вот это вот за запрет? Мне как-то непонятно. Бомбочки сразу уничтожились. Этот хочет сделать массовую атаку. Давай защиту поставим на себя. От греха подальше. Ох ты, елки-палки, что ж... И этот теперь, да? Теперь этот что-то там замутить хочет, я не знаю что. Так, давай хильнемся чуть-чуть. Я этого принца хочу уничтожить. Слишком он тут говорливый. Ой, сейчас будет, по-моему, что-то неприятное. Смотрите, что он сейчас сделает. Что? Ничего не стал делать? А если я применю... Вот эту вот штуку. Давай попробуем. Орел, ты где? Вау! Че, серьезно? Орел просто всех уничтожил? Нифига, ребята, игра аж заглючила, бедная. Так мне надо было сразу так сделать. Просто призвать орла и все, он всех уничтожает. А ну-ка. Отличный приз.
Слушай, а что у нас будет? Это конец игры или как? Или они сейчас от нас опять убегут? Вау, мы радуемся. Мы радуемся, потому что мы спасли последнее яйцо. Не понял. А ты еще кто такой? А, это маг. Он забрал и корону, и яйцо, что ли? Принц такой расплакался. А птичкам это не понравилось. Погоди, погоди секунду. Я не понял, неужели будет продолжение? Так, вот он маг с короной. Отдай корону, говорит свин главный. А принц плачет, потому что он уже не принц. Действительно, друзья, ого, куда он попал? Так, что он тут собирается вызвать? Неужели какой-то вулкан? Нет. Ох, елки-палки. А главное, свиньи злятся такие, знаешь, как будто они уже за меня. То есть маг хитро сделал, да? Всех обманул. И короля подставил, и принца. Так, какие-то тут у нас маги появились. Ого. Защиту поставили вокруг магической свиньи. Так, ну что, у нас мастерство повышено. И я могу подраться вот за этот сундучок. О, рухнуло тут все. Ребята, а что вот эта свинья здесь делает? Просто так будет теперь стоять? Или она будет со мной бегать? Нет, она со мной не бегает. Ну что ж, давай здесь подеремся. Я-то думал, мы с вами сейчас игру пройдем. Ага, не тут-то было. Прошли игру. Чего? Ты один здесь? Малютка, ты не заблудился ли, а? Малышок. Что ты тут забыл? На такой поздней игре. Быстро я с ним разобрался, да? Ну что, значит, будем с вами двигаться прямиком к магу. Все-таки вот эти вот, которых там он вызвал на алтарях прислужников, да, которые сделали ему защиту, мне кажется, мы должны будем с каждым из них подраться, уничтожить, и только после этого снимется барьер с мага. Так, а вот сюда вот почему я не могу зайти? Летописная пещера, лишь храбрейшие авантюристы, чего? Лишь храбрейшие авантюристы смеют войти в эту бездонную пещеру. Сможешь пройти ее до конца? Не знаю. Меня ж сюда не пускают. Почему-то. Может быть, и смог бы. Но она, по-моему, бесконечная, да, наверное. Вот здесь, например, могу, ребята, опять пройти этот уровень. Заработать там себе немножко пятачков. Вот тут сундук. Ну, этот сундук понятно, как берется. Надо нам открывать красные двери. Мне нужен... О! Так, это мы пойдем вот сюда. Ну что ж, давай забежим, глянем одним глазком, что у нас тут ожидается. Свинская мощь 68, это для нас пью, пару сек. Только вот не говорите такой вещи, что мы с вами забомбим мага, отнимем наше яйцо, заберем и вернем корону королю. Почему-то мне кажется, что именно вот так все и будет. Ладно, начнем прописывать звездюли. Ну что ты тут делаешь? Отвали. Думает, будет массовая атака. Будет массовая атака. Ну ладно. Давай посмотрим. Этот тоже хочет сделать массовую атаку. Сейчас будет фаербол, наверное, да? Огненный дождь, понятно. Так, хиляемся. Еще хиляемся. Вот так. Минус. И ты, Гаврюша, ох ты, метель сделал. Да на тебе. Ой, скоро 29 уровень уже будет. Это меня радует, это хорошо. Ну что же, крутим рулеточку и дальше продвигаемся с вами. Семечки, камень и полено мы с вами заработали. Ну, показывайте мне, показывайте быстрее карту. Я уже хочу посмотреть, куда там наша дорожка заведет. Ага, вот сюда вот. Наверх. Наверх. Ну, здесь такая большая карта, да, ребят? И особого ничего, в принципе, не происходит. Так, достается мне сундук. О, два кристалла, 60 пятачков, одна золотая монетка. В принципе, неплохо.
Ну что, дорогие друзья, наверное, мы закончим на сегодня эту серию. Обязательно продолжим, но уже в следующий раз. Потому что, я думаю, здесь осталось совсем недолго забомбить вот этих вот всех магов. Ну и самого главного колдуна, у которого стопудово мы должны будем забрать корону, отдать королю свиней. Может быть, после этого мы будем жить в мире, кто его знает. Ну и, конечно же, забрать яйцо наших птичек. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.